Да, есть ли сейчас, получается, предпосылки для более глубокого кризиса в России? Ну, он просто вот он. Вот он есть, то есть вот. будет хуже. Вот он. Ну, в России, вообще говоря, делать прогноз, что будет хуже, это значит всегда... Угадать. Вот именно. Вот я вот это хотел сказать. Здесь негативный прогноз, это всегда правильный.